Найти бессмертного короля. Продолжаем искать короля. 7, привет. Так, мы пойдем сюда вот вниз. Завалили. Как ты сзади? Так, где собака? Собаки, ты где бегаешь? Интересно, что здесь сейчас будет? Куда я попаду? Мне прям интересно. Так, здесь тайничка нет никакого. Ага, вон чувак за мной бежит, да? Ага, там он, я видел, по-моему, какой-то есть проход. Сейчас посмотрим. Я, конечно, могу ошибаться. Да, это не проход был. Я ошибся.
А здесь что у нас? Здесь ничего нету. А нет, вон какой-то проход есть, да, куда-то. Интересно, куда я сейчас приду? Куда-то я сейчас приду. Телепортироваться пока не будем на базу. Пока, наверное, не надо. Летающая голова, фига себе. Железный разлом. Так, тут, наверное, кто-то нехороший есть, да? Или здесь? Так, давай-ка сюда вот сначала зайдем, посмотрим, что здесь. Теперь здесь что у нас? Что за звуки? Тут отсюда что-то? Летающая башка. Какая-то стреляет, что ли? Так, попробуем вот это. Не помогло, теперь вот это. Бинты тоже, наверное, не помогут. Точно попасть, убивать можно. Эти кошки летающие. Это еще что такое? Ни хрена себе. Блин,
глаз какой-то. Мед ярости какая-то. Ой-ой-ой, быстрее убегай. Вставай. Завалил, офигеть. Так, у меня метка какая-то появилась. Что там еще один? Вовремя я открыл. Какая-то метка. Метка ярости, вот. Оберег снайпера повышает скорость стрельбы на 10, скорость перезарядки 15, дополнительного урона по врагам с уровнем здоровья ниже отметки 50%. Не, это мне не надо. Кто здесь? Блин, случайно нажал, офигеть, Q нажал случайно, ну ладно. Так, голова летающая, сейчас зайдет. Отбил ее. Что, еще одна летит? Нет? Все, отлично. Так, лучше не заходить туда. Ух ты! Зараза! А я умер, блин. Ладно, я здесь на контрольной точке сохранился. Здесь я еще не был. Сейчас исследуем тут, что у нас есть.
Ну ты чё? Прыгивай, это зеленое это, блин. Радиация тут вообще. Даю. Опа. Сколько это? Нелегко. Это да, точно нелегко. Тут ничего интересного нет. Понятно, значит нам туда надо. Значит я был в правильном направлении. Ты кто здесь орёт-то? Выходите давайте, вы что там стоните? Так, надо... Так, угу. Прыгнул, в принципе. Оп, еще разок. Быстро подлетает, взрывается. Оп, спряталась. Нелегко бы. Так, надо прокачать талант. Повышает количество получаемого лома, повышает скорость перезарядки. Так, прокачаем. Это надо. Выносливость нам надо прокачать. Так, что у нас от радиации помогает? От радиации у меня нет ничего. Ну ладно. Зараза, нифига себе.
Да, блин, перезаряжайся ты быстрее, сейчас как долго ты перезаряжаешься. Вот это вот божки. Все, мне кранты, поход до пины. Охренеть. О, справится. Так, опять бегу туда. Эй! Успела прыгнуть. Так, у меня облучение. Я куда-то все ближе и ближе приближаюсь. Что в эту голову не так просто попасть? Вроде все взял. А, нет, вон еще. Все, бежим дальше, бежим, бежим, бежим. Ага, я понял, как они такие желтенькие, поле желтенькие. Все понятно. Светящийся жезл какой-то. Интересно, что это такое?
Странно. Ладно, ставим пока. В будущем пригодится. Вон он светит. Патронами, конечно, что-то туговато здесь. Как-то. Что-то там лежит интересненько, еще посмотрим. Плен знаний, очко таланта. Мироходец. А нет, одно очко таланта просто дали. Нормально я так прошел, но сложно, блин, одному. Тяжело. У меня появился какой-то непонятный ключ. Надо его проверить будет. Такс. Пойдем сначала сюда. Эй, бродяга! Пока. Покедова. Так, зайдем к этой еще.
к женщине. Может, она что подскажет с этим ключом делать. Вестник снова здесь. Удалось добыть для меня корни. Спрашивай. Хранитель, защитник врат. Все вместе. Корень жаждет забрать то, что не должно принадлежать ему. Как долго продержится хранитель? В чем суть Бога? Сила относительна. Вера изменчива. Бог познается лишь в творении. Можно верить, что хранитель хочет быть Богом, пусть даже ценою вечного бремени. Конец всего сущего. Вестник тишины. Корень ищет покой среди пепла. Либо корень падет, либо мы. Я давно сделала выбор. Я думала, что это все изменит. Но одних мыслей мало. Отчаяние придало мне сил, дитя. Придаст и тебе. Это лишь слабые, забытые сны. Основатель, Эндрю. До того, как пришел корень, мы были вместе. Но воспоминания гаснут. Они больше не мучают меня. Хорошо. Это все, что я могу тебе дать. Так, симулякр. Ступай осторожно, дитя. Волшебная башня? Ага. Или вы спятили, или дела хуже, чем я думала. Что? Надеюсь, оно того стоит. Все, закончили. Не надо. Рад тебя видеть. Ну, что ты хочешь узнать? А что я особо могу сказать? Просто на будущее. Маккейб не любит пустую болтовню. Рад помочь. Конечно. Текс. Оцинкованное железо ему надо. Броня. Все. А это продать как-то можно? Нельзя, походу. Ну ладно. Пока. Здесь все. Теперь с этими надо... Ох, ко мне кто-то с Эдман законнектился. Такс.